Привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем делать очень вкусную и полезную закуску к праздничному столу. Натрем 4 отварных яйца через терку. Взяла 2 картофелины, отварила в мундире, почистила, натираем через терку. Берем 2 маринованных огурца, натираем через терку. Но так как оказались у меня корнишоны в холодильнике, я их побольше взяла. Натру штук 6-7. Берем печень трески. Слила я жидкость. В банке вот печень трески 230 грамм. Печень разминаем вилкой. Добавляем сюда картофель. Добавляем яйца. Добавляем сюда огурцы. Добавляем майонез. И все перемешиваем. Получилась у нас вот такая масса. Сейчас будем формировать шарики. Скатываем шарики и обваляем в кунжуте. И вот у нас такие красивые шарики получаются. Друзья, у нас получилась очень вкусная, красивая и полезная закуска. Печень трески содержит в себе очень много витаминов. В частности, витамин А, Д. Витамин Д особенно полезен зимой. А в кунжуте очень много кальция. Поэтому наша закуска не только вкусная, но и полезная. Эту закуску можно готовить на любой праздничный стол. Ваши гости ее оценят. Обязательно приготовьте. Радуйте своих близких, готовьте с удовольствием.